Другим темам. В Калмыцкой избирательной комиссии подведены итоги голосования по поправкам Конституции Российской Федерации. За 7 дней в республике на 239 участках проголосовало свыше 147 тысяч человек. Из них 124 265 человек проголосовало за поправки в Конституции. Общественными наблюдателями было отмечено, что безупречно была организована санитарная безопасность граждан. Все участки на территории республики в полном объеме располагали защитными средствами. Значит, всего с помощью механизма «Мобильный избиратель» было подано 4570 заявлений о включении в список по месту нахождения. В территориальной комиссии 315, в участковой избирательной комиссии 2549, в МФЦ 195 и, воспользуясь услугами единого портала госуслуг, 1511. Кроме того, было подано 19 305 обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, то есть на дому.